Всем привет! Отвечаю на кучу вопросов по поводу того, почему я беру разные спицы, разного размера спицы. Так как я использую съемные спицы, при вязании в круговую я беру левую спицу всегда на размер меньше. Объясню почему. При вязании по кругу мы вяжем в круговую. Наши петли формирует правая спица. Петельки двигаются по ней и формируют нам правильный размер петли. Далее петельки проходят в круговую и возвращаются на левую спицу. Левая спица размер петли не формирует, она вспомогательная. Она только помогает нашим петелькам передвигаться плавно по левой спице. Для облегчения вот этого продвижения и для скорости, и для удобства я всегда беру левую спицу на размер меньше. Если вы используете несъемные спицы, этого сделать вы не сможете. Поэтому это возможно только на съемных спицах. Но при вязании поворотными рядами нужно брать обязательно обе спицы одинакового размера. Потому что вы и одной провязали, и у вас петельки перешли все на правую спицу. Дальше вы разворачиваетесь, у вас петельки остались на этой спице, она уже у нас левая, а правая вы начинаете вязать, и тут уже размер петли будет совсем другой. Поэтому обязательно при поворотном вязании нужно брать обе спицы на размер одинакового размера. Вот и весь секрет.